Приветствую на канале Guns Mine Life. Сегодня, как вы поняли, поговорим о укорочении 410-го патрона под магазин от 5.45. Вот такой вот магазинчик. Как я расскажу, как я делаю. Не как правильно надо, а как я считаю нужным. Вот, чтобы вы получить, видите, какая разница между патронами, чтобы он залез. Сейчас вот снарядим магазин. Вот видите, какая разница. Как и видно, вот так вот, наверное. Так, разница. Камеру, конечно, надо подправить. Разница колоссальная, 1,5 сантиметра. Вот, если видно, да? Вот такая вот разница. Что я делаю? Размер укороченного патрона 55 миллиметров, это 70 получается. Я беру штангель циркуль, выставляю его на 57 миллиметров, фиксирую его, беру длинный патрон, чиркаю верхушку, чтобы была царапина, чтобы было мне видно. 57 миллиметров, повторюсь, именно 57. Беру ножик, если видно, да, где-нибудь вот здесь отрежу. Беру ножик и отрезаю 57 миллиметров. Стараюсь сделать это значительно, желательно ровно, чтобы докрутки было не так уж сложно закрутить. Вытряхиваю вот такой вот, это пробка, я как понял, это мельченая пробка. Вытаскиваем пуля-шар, повторюсь. Здесь тоже выбираю под пулю, примерно, я сейчас покажу сколько, ну примерно миллиметров 7. Это на глаз делается. Примерно это вот так вот. Сейчас я пулю вставлю, увидите. Вот так вот. Вставляем в закрутку. Потихонечку крутим, разогреваем гильзу. Сейчас будет шататься, вы извиняйте меня. Разогреваем гильзу и начинаем поджимать. Вот у меня проблема с закруткой, что здесь постоянно что-то надо подкладывать, чтобы она не прокручивалась. Что-нибудь, бумажечку, я что-нибудь придумаю потом. Ты на Ганзе покупал матрицы на Ганзе. Крутим, крутим, крутим. Разогреваем. Проверяем. У нас должно получиться 55 миллиметров. Проверяем. Четко 55. Да, четко 55. Проверяем. Вставляем в магазин, проверяем, если видно, не видно. Все, патрон зашел. Второй патрон зашел. Итак, поехали, поехали. 10 магазин на 10 сделан патронов.
так вот я делаю свои патрончики. Вот так вот закручивается она. Сравним. Видите, какая разница? Так, это у нас сколько? Получается, сейчас скажу, 76-я или 70-я? Патрон даже 71,5. 71,5 даже, даже не 70-я. Вот, как-то так. Подписываемся, ставим лайки. Не забываем про колокольчик. Всем удачи. Прокручивается. Собака ебаная. И начинаю поджимать и крутить. Сука.